город аккуратный, красивый. Пока еще не видно портретов, но говорят, что их тут много. Поверните направо. А вот интересная подсветка. Ну, обычные кусты, но просто подсветка вот зеленая и такая белая. Очень интересно и красиво выглядит. За башнями находится цветочный парк с такой красивой подсветкой. Сейчас я покажу. Вот она подсветка. В форме сердца. И такой туннель. Сердечный туннель. Красиво, эффектно, впечатляет. Башня слева. А мечеть сердца Чечни, она тоже вон дальше. Вот это все на одном пятачке, вся эта красота на одном пятачке. В общем, в парке цветов, в цветочном парке здесь очень много народу. Просто хаос. Дети, взрослые, вся молодежь. Катаются, веселятся. По-моему, всю ночь они тут будут здесь. Здесь много всего продают, сувениры. Для детей просто чудесное место. Здесь вот декоративных кроликов продают. Это очень красиво. Нет, нет, на камеру совсем не так. Приезжайте и посмотрите своими глазами.